Сука, блядь, ты что нахуй делаешь, блядь, долбоёб? А, я поняла. Ты умственно отсталый, да? Сочувствую. Утро доброе. Че это за хуйня? Мега кринж. Ты со мной не потому, что я тебе нравлюсь. Я знаю, мне все про тебя рассказали. Я с тобой. Марс блинкуется, ставит арену, и Инча просто выпрыгивает из арены. Что это такое? В комментах писали, что коза вылетела из арены, потому что она ударилась об нее и ее вытолкнула. Марс блинкуется, ставит арену, и Инча просто... Связка гримстропа, нет? Это выпрыгивает из арены. Что это такое? В комментах писали, что коза вылетела из арены, потому что она ударилась об нее и ее вытолкнуло копье. Это правда, но не совсем. Во всем... Нет, сейчас не накручивают уже. Виноваты тики сервера. Имеется в виду такая механика. Например, Феникс, если захочет вылететь из арены, ему нужно сначала удариться башкой об эту арену и только потом уже вылетать. Если он не ударится, то он не вылетит. Если это не баг, то герой должен просто вылетать из арены, когда я кидаю в него копье. Но он не вылетает, потому что это баг. Марс. Где моя девочка? Что? Что за хуйня? Ну, это бы ебало хамали. Охуеть, что это? Да хамоу! Что происходит? Почему Бэтвинер написано, что за хуйня? Это давно было, наверное, или что это? Я в ахуе! Да, это давненько было. Бля. Блять. Ты сейчас слушаешь двух самых мощнейших. Зовут меня Кенты, чё там, брат? На свой барма, каях там боласын, харндас? Откуда ты? Она с Казахстана. На свай не кидаем, потому что это харам, харам, харам. Зовут меня Кенты, чё там, брат? Ебать, на свой барма, каях там боласын, харндас? Откуда ты? Она с Казахстана. Она с Казахстана. Нас свай не кидаем, потому что...
Было бы такое, что тебя узнавали, да, раза три подряд только. И я прошепчу тебе на ушко. Ты голубая ебанушка. О, Колян, Колян, привет. Я так и знал, я так и знал. Слушай, 10 раз можешь потянуться? Конечно. Серьезно? Да. Реально? Ну-ка. 10 раз? Реально, все еще можешь? Так, так. О, Колян, Колян, привет. Я так и знал. Бля, он тут реально, реально с таким серьезным, блядь. Он тут реально с таким ебать сидит. Добрый вечер, ребят. Сегодня без стрима, как вы уже поняли. Я говорил, что будет такой внеплановый денечек. Вот, вот он и произошел. Прикупил себе кофточку. А то вообще не в чем было ходить. Вообще теперь модный. Адидас, все как надо. Это не реклама. Вот, ну и всем хорошего вечера, ребят. Увидимся в воскресенье, в то же самое время, в том же самом месте. Может быть, еще сегодня что-нибудь запишу. Хрен его знает, куда жизнь занесет. Понадобится всего сметана и сахар. Сметан, сметан, стакан. Сметан, вот стакан сметаны. И стакан сахара. Перемешиваем. Сметан, стакан. Перемешали и ставим сейчас на огонь. Надо будет постоянно помешивать. На среднем огне. Грели, помешиваем. Сахар хорошо разошелся. Огонь-то масло где, блядь? Стало жидкое. Продолжаем на среднем огне постоянно помешивать. Огонь масло где, блядь? Масло начнет загустевать. Помешивайте, помешивайте всегда. Вот видите, масло стало гуще. Это одна большая риска будет? Вот видите, масло загустело. Еще на огне подержим. Пока масло готовится, приготовили блюдо, на которое будем выливать. Выливать риски. Покрыли целлофаном и смазали растительным маслом. Смотрите, как масло загустело, коричневое. Сколько ты долбоёб? Ничего больше не добавляй туда. Сметана с сахаром в конце варки меняет цвет. Густая, держит форму. Все, масло для ириса готово. Вот выливаем нашу массу на тарелку. Разравниваем. И даем отстыть этой массе при комнатной температуре. Она уже начинает застывать. А запах какой от риск на кухне. Попробуйте, сделайте. Вот масса загустела. Видите, какая она? Мы уже на части ее разломили и порезали. А теперь на мелкие части режем и делаем риски. Вот порезали. Ебать, вот они... такие, как настоящие риски. Ебать, один раз укусишь, зуб сломается. У вас есть